Всем привет, друзья! Мы сегодня открываем такого чудика. Чудика, да. У нас сегодня такой необычный эксперимент. Мы открываем какое-то инопланетное существо. Будем его выращивать из яйца. Прочитаем инструкцию. И мы все не знаем, выясним. Когда будет чудик? А, ну какой чудик, мы еще не знаем. Мы же его еще не видели, да? Да, это новое существо. Ну что, приступим к нашему эксперименту? Да. Вот такое возьмем ведро прозрачное, да. Чтобы было видно, как наш инопланетянин вылупляется. Да. Смотри, Дим, он прям в такой плотной скорлупе. На, держи пока его. Полностью погрузить яйцо в емкость с водой. В течение 12 часов яйцо треснет и фигурка начнет расти. Вот, далее ее можно вытащить из воды и играть, как с обычной фигуркой. Игрушка будет уменьшаться по мере высыхания, после чего ее снова можно опустить в воду и наблюдать за ее ростом. У меня скоро появится друг. Да-да-да. Мне это правда говорит. Но оно написано, должно быть полностью погружено в воду. И не получается. Не получается, значит, мы налили мало воды. Ну что, будем наблюдать? Да! Как только у нас появятся изменения, мы обязательно снимем их. Вот, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошло целых два дня. И у нас ребенок уже вылупился. Смотрите. Да, и наше яйцо потреснуло. Точно. И вылупился там какой-то инопланетянин. Да, но он очень долго у нас вылуплялся. В инструкции было написано 12 часов, да? Да. А мы ждали целых два дня. Давай мы его откроем. Класс. Похоже, он еще не до конца, еще вырос. Но мы его поместим в воду и будем за ним наблюдать. Скорлупа. О, скорлупа. Скорлупа. Смотрите, ребята. Вот все, что осталось от яйца.